Сразу же на второй день почувствовала, что у меня изменилась осанка. Потом, наверное, вот все-таки 2 с копейками месяца ушел шум в голове. И от давления таблетки я перестала пить с первого дня после первого сеанса. Спасибо. Просто восхитительно. Жорги, спасибо большое. Прям от души, прям вот. Краснодар, Татьяна, 54 года. Татьяна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас у нас прошли повторную процедуру. Первый раз мы с вами встречались в марте месяце. Что можете рассказать о первой процедуре, о том, что произошло после, с чем обратились, с какими проблемами? Ну и что-нибудь о второй процедуре. Георгий, очень рада, что я пришла второй раз. Я долго собиралась, слышала несколько лет об этой процедуре. Купрессура, постановка импланта на место. Потом случайно попалось видео в интернете, и как-то я вот не помню даже как, но как-то я позвонила Марии, записалась. Очень боялась первый раз идти, очень боялась. Проблема вообще с коленями, артроз коленных суставов. Но так как знала, что если я поставлю позвонок на место, то тогда мне станет легче, поэтому уж и пришла. Беспокоило. Давление. Шум постоянный в голове. Вообще прям постоянный, очень сильный. Гормональный сбой уже пошел. Возрастной гормональный сбой. Поэтому как бы вот этот вот давление, шум в голове на препаратах, препараты не помогали. Шея укоротилась уже до этого. Был гиперлордоз очень сильный. То есть даже зарядка в этом случае не помогала с гиперлордозом. Хотя я считала, что это норма. Вот я лично, я думала, что это вообще зашибись. Я такая... Ну, попочка, да, бразильская. Первый раз очень сильно боялась боли. Было больновато, но терпимо, не кричала. Хотя я могу кричать очень сильно. Первый раз прям улучшение, шея сразу вытянулась, мышцы расслабились, даже на утро я уже видела на следующее утро, что шея прям у меня удлинилась. Гиперлордоз прошел в течение, наверное, 2 недель. Сразу же на второй день почувствовала, что у меня изменилась осанка. То есть по-другому началась вот эта поступь. Конечно, обострения на колене были. Это не скрываем ничего. Это как бы нормально. Ну да, момент перестроек, он всегда есть. Не всегда все хорошо бывает. Потому что еще затянутая же. Еще не молодая же. Если было бы 30 лет, вообще бы летала. Потом, наверное, вот все-таки 2 с копейками месяца ушел шум в голове. Вот Мария, она должна знать, когда она мне позвонила, когда она меня записала, вот именно тогда, буквально 2 дня, как у меня, шел вообще шум в голове. То есть это вот сколько время перестройка шла. И от давления таблетки я перестала пить с первого момента, с первого дня после первого сеанса. То есть это показатель. Значит, второй раз не боялась, а боли шла уже как бы спокойно. Второй раз вы дополнительно пришли на акупрессуру спины и поясницы, да? Очень довольна этим, то, что я как бы решилась на это. Да даже не решилась, но как-то вообще эта самая процедура очень понравилась. Георгий вообще молодец, золотые руки. Я хочу сказать, что мальчики вообще все просто, они ювелиры. Поэтому девочки и мальчики, если хотите быть бриллиантами, приходите, алмазы сюда, они вас быстренько отшлифуют со всеми гранями бриллианта. Спасибо. Просто восхитительно. Спасибо большое. Жорги, спасибо большое. Прям от души, прям вот. Посмотрим, 3-й раз еще придем же. Да. А я от себя добавлю, что Татьяна очень занятой человек, она открыто, честно признавала, что приходится много работать. Соответственно, на упражнения не так много времени было, но даже если у вас мало времени, вы занятой человек. Да, конечно, здорово было бы, если вы делали упражнения, но для этого, для таких людей мы как раз и придумали процедуры акупрессуры спины, поясницы, процедуры, которые помогают, заменяют упражнения частично и ускоряют перестройки, облегчают их. Да, зарядку не делала, правда говорю. Но не повторяйте моих ошибок, делайте зарядку регулярно. Спасибо большое. Огромное. Я очень восхитительна. Я очень рад, вы сделали мой день. Спасибо. Хочу добавить еще, что я вот поняла во время процедуры, что ребята именно хотят не только заработать, они хотят именно помочь людям. Потому что приходишь в платные клиники и просто чувствуешь, что с тебя хотят просто выдрать побольше денег. То есть самые назначают такие процедуры, которые дороже и все. А ребята прям ощущение, что они хотят именно нам помочь. Поэтому приходите, пожалуйста, вы не пожалеете. Спасибо. Вот это я очень хотела сказать. Спасибо большое. Я прям во время сеанса это почувствовала, что вот именно желание помочь. Это наша основная цель. Все, спасибо, до свидания. До свидания. Если вашего города нет в расписании, вы можете организовать прием наших специалистов. Для организации свяжитесь по телефону 8 800 363 27.